принять участие в оценке реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» приглашает самарцев в своем телеграм-канале глава города Елена Лапушкина. Опрос можно пройти по опубликованной ссылке. Напомним, в этом году в рамках проекта в регионе благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий. А в Самаре начнутся работы по обновлению парков «Молодежный», «Воронежские озера», сквера имени Куйбышева, сквера у ЗАГСа на улице Сергея Лазова в Управленческом и сквера на Ташкентской. Выиграть путешествие по России можно, зарегистрировавшись волонтером федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщают в телеграм-канале «Вести с Дворянской». До 1 апреля открыта регистрация на портале добро.ру. Проголосовать за понравившийся проект нужно на платформе Минстроя России za.городсреда.ру. Участие в мотивационной программе позволит получить до 3000 бонусных баллов, которые можно будет обменять на стажировки, экскурсии, доступы к уникальным курсам. Наиболее инициативные волонтеры получат возможность отправиться в образовательный туристическое путешествие по самым удивительным местам России. В День работника культуры России руководитель управления информации и аналитики администрации города Елена Рыжкова в своем телеграм-канале публикует панораму фотографий модернизированных самарских библиотек. В их числе Самарская библиотека народов Поволжья на Ленинградской 7, Центральная детская библиотека на Аэродромной, а также библиотека имени Крупской на улице Маяковского. Последним лейтмотивом дизайнерского решения стали изобретения и механизмы Леонардо да Винчи, как образы воплощенной мечты и стремления преодолеть поставленные человеку пределы. В телеграм-канале Департамента городского хозяйства и экологии информируют о продолжении аварийно-ямочного ремонта дорог. В ночь с 24 на 25 марта работы велись на улицах Магистральная, Силовая, Жигулевская, Луцкая, на улице Молодежной от проспекта Кирова до Димитрова, а также на Структурной и Димитрова от Московского шоссе до Новосадовой. Аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус 10 градусов и выше.